Итак, всем доброго дня, всем здравствуйте и добро пожаловать на хоккей. На очередной матч Кубка Федерации среди ребят не старше 2008 года рождения. И мы с вами на игре между командами Кайсар, город Кызылорда, и Ташкент Селект, представляющий столицу Узбекистана, город Ташкент. Ну что ж, наша встреча началась. Начинается она с места в карьер. Быстрая атака кызылординцев сразу же на ворота Александра Ан, но добросочка дело здесь не доходит. Ну что, команды подходят к этой игре, уже познав вкус побед на этом турнире. И, естественно, хотят продолжить набирать очки и те, и другие. Ташкент Селект сейчас на пятой строчке. После 5 сыгранных матчей у этого коллектива 6 набранных баллов. В то время как их соперник, кызылординский КСР, 7-я позиция и 4 балла. Ну и турнирные расклады таковы, что если Ташкент Селект сегодня победит, а Актобе проиграет в основное время Кулагеру, то Ташкент Селект станет четвертым в турнирной таблице. В случае победы КСР сегодня, то этот коллектив может взлететь сразу на 2 строчки вверх и занять как раз 5-ю позицию, на которой сейчас находится команда Ташкент Селект. Вот такие вот у нас предматчевые расклады. Ну и продолжают кызылординцы играть в усеченном составе. Всего 9 полевых человек, напомню, у красно-белых, и поэтому будет, конечно, далеко не просто, но старается КСР. Так вот смотришь на их игру, и вот вроде бы как и не чувствуется вот этот дефицит в игроках. Ну и как раз вот нам в чат Улана Блакин пишет: передаем большой привет и слова нашей поддержки, скорейшего выздоровления. КСР, победив стрижей, красивым жестом отпраздновали этот успех. Они поздравили Улана Блаким, они показали его майку. В общем, этот момент мы добавили к себе в инстаграм-аккаунт. Вы можете зайти, посмотреть, очень красиво. Это все символично. Вот буквально перед стартом этой игры это видео мы опубликовали у себя в инстаграм-аккаунте. По поводу четкости, вы знаете, вот у нас на максимальных стоит вот все, вот наиболее максимальное качество, которое мы поставили. Вот может у вас в настройках там в личных можно улучшить, но вот пока что, к сожалению, вот мы наблюдаем то же самое, что и вы. И по этой же картинке мы комментируем, мы находимся в другом городе, поэтому видим ровным счетом то же, что и вы. Ну и вот такая вот довольно темповая игра на старте. Мы видим, что довольно много таких единоборств здесь. И те, и другие стараются в атаку действовать. Ну, если вот на таких скоростях будет проходить игра, то почему, собственно, и нет? Я думаю, что много всего интересного мы сможем в процессе этой игры увидеть. Очень дальний бросок поворотом в исполнении Тимура Камалова. Ну и здесь Владимир Ким свою команду выручает, отбивает он эту шайбу. Ну и вот тут перехват, Хуснулин, бросок поворотом. Хороший бросок получился, но немного не точно. И продолжается атака. Здесь уходит эта шайба. И вход в зону. Валеев сохранил шайбу сейчас у себя под контролем. Но дальше уже не пускают игроки команды Ташкент Селект. Это вот как раз таки быстро-быстро бежал сейчас в атаку Марувжон Тажибоев, 18 номер команды Ташкент Селект. Да, ну и вот в инстаграм-аккаунте уже много у нас, ну, достаточно много комментариев, с учетом того, что лишь 4 минуты назад было добавлено это видео. Пишут, что красавчики, скорейшего выздоровления, очень трогательно и приятно, рады, что растут такие мальчишки, супер, это команда. Вот такие вот сообщения в адрес кызылординского КСР у нас в инстаграме.
Ну а тем временем пытаются сейчас выйти из зоны кызылординцы, но Степным Волкам не позволяет это сделать Хидина Зимов, один из самых активных игроков команды Ташкент Селект вообще на этом турнире. Ну а вот тут уже проброс. Тут уже случается проброс. Александр Ан поднимает руку вверх, говорит: тут, судьи, давайте вы тут побыстрее свистите. Есть этот проброс, есть этот проброс. Опять же, с учетом вот того темпа, который задается у нас сразу на старте этой игры, возникает вопрос, а сумеет ли Кайсар выдержать это. Я думаю, что такие вопросы будут идти постоянно. Ну и вот так вот мы постепенно, дорогие друзья, дошли уже до предпоследнего дня турнира. Завтра команды будут завершать свои выступления. На протяжении недели мы с вами смотрим игры. Ни единого дня выходного. Вот здесь момент, бросок Мухитсири. Как же про него забыли. И на месте Александр Ан выручает сейчас свою команду. Ну и попробую я вам дать повтор данного эпизода. Да, вот получается мне это сделать. Вот здесь передача, бросок и на месте. Хороший момент. Мухитсерик. Ну и здесь выкатывается под этот бросок. Александр Ан выручает свою команду. Тем временем ташкентцы за своими воротами сейчас пытаются начать атаку. Амир Ниязов, на мой взгляд, входящий в число одних из лучших защитников не только своей команды, но и вообще на турнире в целом. Ниязов в плане разрушения очень хорош. Ну и так вот я смотрю. О, 1-0, дорогие друзья. Счет в этой встрече открыт. И делают это хоккеисты кызылординского Кайсара. 1-0. Давайте сейчас дождемся повтор данного эпизода. Увидим, как это произошло. И вот, собственно, из-за ворот здесь идет передача, и с разворота бросает игрок кызылординцев, тем самым делая счет 1-0 в нашей сегодняшней встрече. И это у нас был... Ну, вот сейчас еще раз попробуем разглядеть мы на повторе. Нурбол Тенирберген, да, 19 номер команды КСР, и выходит вперед сейчас кызылординская команда. Ну что, хорошее начало задано, будем смотреть дальше. В прошлом сезоне судьба развела эти команды по разным группам. А, Ратмир Валеев, да, ну все, тогда Ратмира Валеева поздравляем с заброшенной шайбой. И команды играли в разных группах, в разных дивизионах, да, так скажем. В группе Б был представлен ташкентский коллектив, а вот Кайсар играл в группе А. Поэтому для них сейчас эта встреча, ну так скажем, в новинку, конечно же, друг для друга, да. Ну и вот так вот. Тем временем еще одна длинная такая передача. Здесь Кайсар будет откатывать назад. Ну и давайте о Ратмире Валееве тогда несколько слов. Об авторе первой заброшенной шайбы в этой встрече. Ювелир. Ну да, можно и так сказать. Касательно автора заброшенной шайбы, это Ратмир Валеев. Один из лидеров атак. Но мы уже говорили, что в принципе ровная команда у Кайсара. Здесь никто так особо и сильно не уделяется. Все хороши, все красавцы. Шестая встреча для него, третий гол и два голевых паса у десятого номера команды Кайсар. 5 набранных очков у него. А вот в прошлом сезоне он 16 игр провел в группе А. У него было 14 заброшенных шайб и 6 голевых передач. С 20 очками закончил прошлый сезон Ратмир Валеев. Ну и сейчас он забрасывает, делает счет на 1-0 в пользу своей команды. Смотрим дальше. Ну и для Кайсара это 13-й гол на турнире. Я не просто так говорю о том, что 13-й, потому что Кайсар вот до этого времени не так много отличался, и они как раз-таки делили 7-е и 8-е место по заброшенным шайбам на этом турнире с командой Стрижи, но вот у Стрижей 12 шайб, а Кайсар их уже обходит. Ну и снова тут у нас вбрасывание в зоне команды Ташкент Селект, точнее в зоне команды Кайсар.
Ну и при этом я отмечу, что КСР на данный момент это команда с пока что самой надежной обороной. Ну, в том числе, да, вот тут Астана, Торнадо и третье место по пропущенным шайбам это уже у КСР. То есть команда умеет играть в обороне, команда не так много пропускает с учетом той результативности, которая есть в нашем турнире. Действительно же очень много голов, очень много заброшенных шайб мы с вами в этих играх видели. Ну и вот еще одна попытка выбраться в контратаку у кызылординцев, но она, похоже, что... Нет, не, она не обрывается. Здесь даже передача пошла в направлении чужого пятака, но Мухитцерик здесь не успеет. Ну а дальше уже красавцы ташкентцы бегут 2 в 1. Динмухамед Джайсанбай против них. Передача и Димаш. Димаш красавец прочитал замысел сейчас игроков соперника, а там Бахадиров и Попов убегали вдвоем. Ну вот момент-то, конечно, у ташкентцев сейчас был очень-очень неплохой. Еще раз прокидывают шайбы себе на ход игроки ташкентской команды. Дальше вброс. Ну и здесь один остается, совершенно один остается Мухамедьер Ганиев. И начинается движение вперед сейчас. Проход. Еще один. Нет, заканчивается атака. Никита Ли. Никита Ли входит в зону. Бросок поворотом. Знаю, что за Никиту болеют в далекой от нас Кореи. Бабушка вчера его писала нам в чат. Таира Бишов, передача. Здесь Ли продолжает шайбу сохранять. Ратмир Валеев, передача в район чужого пятака. Хорошо было сыграно. А вот здесь перехват и выход, можно сказать, что 2 в 1. Но, правда, Валеев успевает вернуться. Пас на дальнюю. Хорошо. Хорошо выглядела эта атака. Ну, посмотрите темп, да, как у игры. Действительно интересно наблюдать, и те, и другие сейчас вот своими атаками отвечают. Чуть больше Ташкент Селект сейчас шайбой владеет, но это с одной стороны, а с другой стороны у Кайсара, да, такие прям кинжальные контратаки, они порой разрезают ташкентцев, так что... Так вот, довольно любопытно выглядит сейчас игра. С обеих сторон Ратмир Валеев за воротами хорошо продолжает контролировать шайбу. Каиртинов до нее не дотягивается и пошел прессинг команды из Ташкента. Конечно, они будут сейчас идти туда, ближе к чужой зоне. И вот тут Арсений Ильин. Ну, постарается сейчас вывести шайбу. Правда, без помощи партнеров ему не обойти, что сейчас и происходит. Ну и затем уже за воротами Каиртинов спокойно шайбочку контролирует. Камалов, до нее добирается Тимур Камалов, пытается развернуться, отдает передачу. Передачу по диагонали, снова Камалов. И да, далековато от себя шайбу отпустил. Он вроде бы как и собирался бросать, но далеко она от него ушла. И тут же контратака, передача, Никита Ли, бросок поворотом, 2-0, Никита Ли, прям вот в тот самый момент, когда пишет его бабушка, вот так вот отличается, и прям так символично все это выглядит. Еще раз на повторе давайте посмотрим, ну и как не отметить вот эту вот передачу, и вот этот бросок в одно касание, все было исполнено очень и очень здорово игроками. И, по-моему, Таира Бишев, да, автор голевой передачи. Ну, а Никита Ли автор этого гола. 2-0. Счет становится в пользу КСРа. Очень здорово. Ну, мы говорили буквально минуту назад о том, что у КСРа очень хорошие контратаки, и что они могут действовать очень и очень интересно в этом компоненте. Ну и Никита Ли забрасывает. И вот момент, бросок поворотом, Мухитцерик бросает. Здесь снова отскок, попытка добить. Ну так вот. Всем добрый день, удачи всем. КСРу нужна победа. Удачи, ребята, КСРовцы, держите, ждем победы. За красивый комментарий спасибо. Ну и вам также спасибо за теплые слова, это всегда приятно. Всегда приятно, когда работа комментатора не мешает как минимум, а когда нравится, так вообще на седьмом небе. Так, ну и давайте по Никитке-то пройдемся. Для него четвертая заброшенная шайба в этом сезоне. В том году Никита в 16 играх отличился 10 раз и 10 раз отдал
ассистентские баллы, ассистентские передачи. Так что вот так. Касательно этого сезона, вот мы видим, что 4-й гол для Никиты, 6-й матч он проводит в этом сезоне. Еще один проход, еще одна атака. Прямо сейчас снова козлординцы пытаются соперника подловить. А вот тут случается потеря, и селекты идут тоже высоко. Нет, ну у ташкентцев-то вроде бы все ничего. И пока что чего не хватает? Не хватает бросков, не хватает завершения. А так вот, как сейчас, да, вот довели вроде бы неплохо. Довели до последнего, довели до дальней штанги. И оттуда бросок, но не точно. Еще один наброс, создается трафик перед воротами. Вот то, что это вот то, что не хватало ташкентцам до сей поры. Вот сейчас они так взрываются и создают себе моменты, бросают раз за разом по воротам соперника. И вот это уже неплохо, и вот это уже интересно. Очень мне понравился Дербек Хусанбоев вот в этой смене. Здесь Азимов пошел прессинговать, снова отскок Мухамедьер Ганиев останавливается. И если мы говорили о Ниязове как о человеке, который такой, ну, домосед, да, он в большей степени любит разрушать атаки соперника, то вот Мухамедьер Ганиев — это, ну, вот такой вот полузащитник у Ташкент Селект. Очень любит он подключаться к атакам. Ну и тем временем здесь еще один вход в зону и еще одна передача. Ну и понятно, что при всех этих атаках хоккеисты из Узбекистана не должны забывать об одной простой вещи, которая называется оборона, потому что соперник может и подловить. Ну а тем временем Бахадиров, Мухаммадали останавливается, передача в середину, Мухамедьер Ганиев улучшает себе позицию, бросает по воротам, здесь застряла шайба, атака-то не завершена, но и вот теперь уже возможность для Таира Абишева убежать в контратаку. Здесь приостановились, дали передачу. Да, запах гола есть. Болельщики из Ташкента чувствуют игру. Вообще, конечно, я сталкивался уже с командой Ташкент Селект в прошлом сезоне, и мне очень понравилось, что они всегда, ну, такие миролюбивые, дружелюбные. И те люди... Так, вот здесь передача, Никита Ли, выход 1-1, обыгрывает вратаря и просто разложил Никита Ли. 3-0. Вот это да. Вот вроде бы запах гола был в одни ворота, а в конечном итоге залетела шайба в другие. Вот здесь Абишев, какая передача, а? Ну конфетка же просто. И как разложил, ну как разложил, ну какие вопросы. Просто Никита Ли, а? Мастерюга, просто мастерюга. И все так спокойно сделал. Здесь вот передача. Абишев раз голову поднимает, и опа, прием, выход 1-1, и ну а дальше уже хоккейная классика в исполнении кызылординского Кайсара, и в частности нападающего этого коллектива Никиты Ли. 3-0, так у нас сейчас разворачиваются события. Да, я начал говорить о ташкентских болельщиках, и в то же время я должен сказать о том, что удалось мне познакомиться с некоторыми людьми лично. Мы, да, снова не в те ворота. Да, вот как вы и говорите, снова не в те ворота. И вот, опять же, да, познакомился я с этими болельщиками. Очень гостеприимные, очень дружелюбные люди. Я вот никогда не видел злобных каких-то комментариев из уст, да, там, болельщиков команды из Ташкента. И в то же время вот кайсаровцы, да, уже успели в гости нас пригласить, прям так вот в личные сообщения написали, что приезжайте, встретим обязательно, ребят, мы только рады, если предоставится такая возможность в этом плотном графике выбраться в Кызылорду, мы с удовольствием это сделаем, мы подснимем, покажем, как живет хоккей в Кызылорде, идея такая есть, поэтому... Если представится возможность, обязательно. Ну а пока выбрасывают шайбу хоккеисты команды Ташкент Селект из собственной зоны. Далее следует передача туда вперед на Мухита Серика. Ну и сегодня достаточно активно в нашем чате, что не может не радовать. Пишите чаще, будем разговаривать, будем общаться. Ну и все-таки, да, это опять же о чем говорит? Это говорит о том, что, ну, сегодня воскресенье, можно, да, найти время, уделить его
хоккею, так полноценно, полновесно. Операторы, доброго здоровья и не кашляйте. Но вот сейчас проход вперед, вход в зону, Богдан Халевин, нет, не Халевин, это был, это уже 18 номер Маружон, Тажибоев. Тажибоев на пятак, попытка бросить, опасно, Ким выручает. Выручает. Сейчас Владимир Ким свою команду. Опасно было, жарко прям на пятаке Кайсара, но там с пожарными шлангами прибегают игроки Кайсара, в том числе Владимир Ким, и останавливает эту встречу. Плотный график, это уже хорошо. Да, у нас действительно октябрь получился таким, и получится, он еще идет, он еще даже и не, он даже еще и не на середине. У нас запланирован домашний тур в Павлодаре, мы будем команды принимать с 16 по 20, и там, кстати, из Узбекистана сразу две команды приедет, это Симург и Бинокор. По 2010 году группа Б будут эти игры, с 16 по 20 смотрите прямые эфиры, там мы будем сами заниматься трансляциями, попытаемся их очень красивыми сделать для вас. Также затем 23-го мы возвращаемся в Шымкент, с 23 по 26 будут проходить матчи Кубка Федерации также среди 2010 года рождения, но уже в другой группе, в группе А, так что тут у нас до конца октября это вообще. Так. Вот, еще и тут у нас сегодня день рождения наметился, безусловно. Поздравляем с днем рождения. Я, честно, не скрою, одного из моих любимых игроков на этом турнире. Поздравляем Амира Ниязова с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успехов и, конечно же, больших-больших хоккейных высот. С днем рождения! С днем рождения, Амир! Ну вот сейчас еще один такой наброс на ворота, который продолжает защищать Александр Ан. И тут же в контратаку пытались убежать хоккеисты Селекта. Димаш Жайсанбай, его бросок по воротам, но немножко мимо створа летит шайба. И уже вот он, именинник сегодняшний, берет шайбу под контроль, забирается в зону соперника, бросает по воротам. Ну и Владимир Ким здесь аккуратненько шайбочку забирает в свою ловушку, ставит ее на паузу. Картина уже и санбайт, и нербергентом. Ну вот посмотрите, да, вот кто скажет, что в первом периоде, да, вот, вот так вот по скоростям, по движению, да и по счету тоже, что Кайсар играет всего-навсего в 9 полевых игроков. Даже две пятерки не набирается полноценных у кызлардинцев, а они вон как бегут. Они вон как себя показывают, как они себя проявляют. Я вот сталкивался, когда еще сам играл, так вот здесь момент, и Ким забирает. Но я немножко в другом виде спорта, я имею в виду футбол. Вот когда я играл с командами с юга, то бишь с тем же Кайсаром или там с шымкентскими командами, я играл против ташкентских команд тоже, вот всегда их отличало одно, они очень сильные физически, они бегут и бегут, ну вот просто заряд батареек на максимуме, с ними очень тяжело играть в любую погоду, в любое время дня и ночи. И вот сейчас то, что Кайсар бежит, и пусть их 9 человек, но они бегут. Вот это меня, конечно, даже, ну, в некотором роде, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, ну, это же представители юга, они всегда физически крепкие ребят. Так, проход вперед здесь, Камранбек Джураев оставляет шайбу, но и тут же контратака от Димаша Жайсанбай. Перевод хороший, но зацепиться не удается. И дальше вот хороший момент может получиться. Опасно. Передача на дальнюю. Здесь хорош Богдан Халевин. Протащил шайбу к чужим воротам. Ну, дорогие друзья, вот сейчас у нас перерыв скоро настанет. Но я вас призываю далеко никуда не уходить. Там 15 минут паузы. В этой игре еще ничего не ясно, в этой игре все только начинается, и вот тут, конечно, вечный вопрос, физика или стратегия. Да, ну вот раньше нам говорили, у нас так тренер спрашивал, а что лучше, физически быть крепким или технически? Так, вот здесь момент опаснейший, не попадают, прощают кызлардинцы сейчас.
на своего оппонента, то есть физически или технически, да, что лучше быть подкованным, каким образом, но вот как ни крути, физика, конечно, огромную роль играет. В современном хоккее, вот в этом быстром, темповом таком, когда нужно постоянно работать ногами, когда правила совершенствуются, правила меняются, эти правила меняются в сторону атаки, да. То есть сейчас вот, например, нововведение есть в молодежной хоккейной лиге, что игрок не должен стоять за воротами более 3 секунд. Ну, то есть мы же часто наблюдаем картину, когда игрок закатывает за ворота, ждет там, пока раскатится. Более 3 секунд находиться там нельзя. Так что правила тоже меняются, меняются в сторону атаки. Ну, а у нас первый перерыв в этой игре. Отправляемся отдохнуть, затем вернемся в эту игру.
Здорово. Ага. Ага. Но... Да, еще завтра ездим. Ну, до 7 где-то. Не-не-не, с 9 где-то, с 8 до 7. Ну... Да, что-то уже побежало, блядь, кашля начали чуть-чуть. Не болей, не болей, Константин. Возвращаемся на второй период мы нашего матча. Не надо кашлять. Нет, ну, до 7 это еще, если там овертаймов, булитов не будет. Вот, и пока что не происходит у нас сбрасывание. Здоровье. А это что нашему оператору? Как же мы картинку без него будем получать? Ага, давай, давай. Все, поехали. Начинается у нас второй период матча между командами КСР и Ташкент Селект. Здесь сразу же начинается с проброса вся эта история. И поедем сейчас в зону КСР. 3-0 после первого периода. Ратмир Валеев, дубль Никиты Ли. Это те люди, которые отличались. Владимир Ким по-прежнему сухой в этом матче. Ну и вот Илья Попов пошел на точку бросания. Но есть моменты у Ташкент Селекта. Мы говорили, да, и не только мы. Болельщики писали, Ташкент назревает же. Но вот где-то рядом мы там с голом. Сейчас порадуемся, сейчас за своих там и... Но вместо этого пропустили третью. И теперь надо как-то вот тут выцарапываться из этого положения. Ну, сами забрались, сами же и будут выбираться. Еще, по идее, это сделаем против заряженного КСР. Кызылординцы почувствовали вкус победы. Они теперь, конечно же, красавцы. Они знают, что эти очки, они им потом обязательно еще пригодятся в ходе всего сезона. Ну и, конечно, кызылординцам бы лавочку подлиннее. Вот игроков не слишком много. Те 9, которые есть, конечно, все как на подбор. Никто не проседает, все играют, все делают свою роль. Все и каждый. Но вот подлиннее лавочку надо для того, чтобы решать высокие задачи. Тем временем Мухамедиор Ганиев берет шайбу под свой контроль. Дальше вперед ташкентцы заходят в зону соперника. Салахиддин Азимов ее контролирует. Передача через Ганиева. Ганиев на Азимова. Азимов на Попова. Бахадиров. Ну хорошо. Вот опять, да, чего-то вот не хватает. Как будто бы узбекский плов и все в нем прекрасно, все круто, все вкусно, но как будто он без морковки, что ли. А уже не то, да, согласитесь. Как будто чего-то, какого-то ингредиента не хватает для этого блюда ташкентского. Все ж хорошо, но завершения пока нет. Ищут ташкентцы. Так, что такое? Нарушение численного состава. Ну да, 6 человек прямо сейчас на площадке. 6 человек. Да, полностью согласен с арбитром. Однозначно. Других мнений быть не может. Большинство для КСР. А у нас, по-моему, в первом периоде-то удалений не было. Вот сейчас я так вспоминаю. По-моему, никто не играл у нас в большинстве. И это первая попытка. Это первый случай в этом матче. Ратмир Валеев. Он теперь идет на точку. Валеев. Так, ну и здесь против очень уверенно, кстати, Владислав Ермолов действует на точке вбрасывания. Правда, кызылординцы запирают соперника в зоне. Никита Ли, передача в середину. Таирабишев здесь пытался к шайбе успеть. Ну и выброси на шайбу. Попытка начать атаку. Длинная передача доходит до Никиты Ли. Никита оставляет шайбу. И здесь бросок поворотом. Ну и блокируется. Соответственно, здесь шайба. Никита Ли. Еще один перевод. Красота! И так, Никим это Аан выручал. Ну тут уже
Но тот уже не выручит. 4-0 в пользу Кайсар. 4-0, вот попросил Улан продолжать в том же духе. Вот козлординцы это и делают. Они забрасывают сейчас в большинстве. Бросок Никиты Ли, справляется Александр Ан, шикарно. Затем Таир Абишев бросает и становится автором четвертой заброшенной шайбы Кайсара в этом матче. Ну, вот так вот, молодцы козлординцы. Я, честно говоря, думал, что тут прям вот интрига будет. Голом на гол будут соперники друг другу отвечать, но пока что забрасывает только Кайсар. И снова атака волков, бросок. Здесь выходил Димухамед Джейсанбай под бросочек. Хороший был момент. Ну, ташкентские болельщики, естественно, верят в свою команду. И я даже сейчас, и я даже при этом счете говорю, чтобы вы не отключались. О-о-о, 5-0. Ну, это да, какая боль, какая боль. А чего началось-то? Вот это Кайсар разбушевался. Вы видите, кто автор гола? Я нет. Кто это оттуда зарядил-то? Ну-ка подскажите мне, знающие люди. Улан, находи своих партнеров. Говори, кто это. Я, честно говоря, ну просто не разглядел. Там даже в кадре момент броска не оказался. То есть мы видели бросок, а вот как там, чего дальше было. Идут селекты вперед, Попов, достается Илье, нужно продолжать. Вот здесь хорошая передача, еще один контратвет от Кайсара, но Салахиддин Азимов. Да, тяжело, конечно, разглядеть, кто там автор гола. Илья Попов, вот здесь, но! Нет, Ким вообще, вот Ким красавец. И еще один бросок по воротам, и уходит шайба выше. Вот если объективно, то, ну, наверное, Ташкент Селект не заслуживает такого счета, который сейчас есть на табло. Сумасшедшая просто реализация у Кайсара сегодня. И наоборот, полное отсутствие пока у Ташкент Селект. Выручает Владимир Ким. Плюс игра Владимира Ким сегодня, да, она просто фантастическая. Так, Ермолов приезжает на точку. Выигрывают сбрасывание. Ташкентцы начинают крутить, вертеть здесь. У ворот соперника потеря. Контратака. Кайсар. Бежит вперед, но и вне игры. Хоть и гол, но вне игры. Шайба под ворот побывала, но не будет она засчитана. Так, еще и удаление будет сейчас. Сегодня Астана с Бибарысом играли, когда второй матч игрового дня. Там, знаете, тоже там какая-то сумасшедшая реализация большинства была у Астаны. Там из 9 заброшенных шайб, как бы не 6 были заброшены в большинстве. Я, честно говоря, точную статистику вам не могу дать. Но вот то, что реализация большинства была. Ну и сейчас у нас одна попытка, один гол. Пока 100% показатель. Вчетвером остается Кайсар. И вот он шанс для Ташкент Селект. Для начала размочить счет. Но уже потом пути хоккейные неисповедимы. Вот момент, бросок. Еще один Владимир Ким. Просто хорош. Ему бросают, он настолько вот спокоен в своих силах, ну там уверен, спокоен. То, что и должно, да, подобать голкипу. Хороший удар. Квадрат, говорит, делайте. Молодец, Улан прям весь в игре, прям весь со своими партнерами, что называется. Так, ну и вновь здесь Кайсар вцепился за шайбу. Козлординский коллектив. Быстрый переход из обороны в атаку не удастся. Ташкентцы испытывают сейчас определенные проблемы при входе в зоне. Здесь еще одно падение. И
Играть, ребята, играть. Еще один пас. Черней переводит в направлении Танирберген. Нурбул бежит, но нет. Амира Ниязова просто так здесь не оттиснет. Амир Ниязов крепко стоит на коньках. Еще одна передача. Назад. Еще один проход. Пока не так много народу. Вот сейчас Камалов на оперативный простор. Ну, попади Тимур. И сейчас ситуация бы могла измениться. И уже Ташкент Селект мог бы праздновать заброшенную шайбу. Но как бы не так. Мимо шайбы проходит. Очередной разгон. Очередной вход в зону. Тимур Камалов останавливается. Бьет по тормозам. Ждет подключения от партнеров, но так его и не дожидается этого самого подключения. А в то время кайсаровцы пытаются вывести шайбу из зоны, не получается. Вот здесь пошел до конца Тажибоев, но не пустит Маружона. А вот момент, хуснули. Даниэль, перевод, нет, снова блокирована шайба. И вот еще один момент может быть. Ну и мы говорили о потерях Кайсара, и нельзя не сказать о том, что нет Абдукаюма Абдувасикова, да, в составе команды Ташкент Селект. Я думаю, он бы тоже тут пофинтил неплохо. А вот момент, бросок от Влачай, бухгалтер добивания может сейчас случиться. Таира Абишов. Снова. А, это уже Валеев, уже Ратмир шайбы. Заколдованные ворота, говорят болельщики команды. Команда Ташкент Селект. Ну, не идиот. Ну, я да, я, наверное, могу с этим согласиться. Еще один проход удаления. Никита Ли зарабатывает для своей команды большинство. И тем временем, да, надо свисток выдавать. Конечно же. Ну вот, теперь опять к воротам Александра А. Так, у нас сегодня вратари Ан и Ким, да? И теперь к воротам Александра Ан мы перемещаемся. Так, посмотрим, что будет сейчас. Мухаммед Ургалиев. Это уже полноценные 2 минуты большинства для Кайсара, так как удаленный игрок у них уже вышел на площадку. То есть получается теперь у нас одна попытка у Кайсара, и она была реализована, да? Помним мы все, и посмотрим, как во второй раз степные волки будут распоряжаться шайбой. Бросок Эртинова, но слишком большой трафик, не дойдет шайба до ворот, это понятно. Ну и вот здесь хорош Ниязов заставил соперника правила нарушить. Нет, это большинство реализовано не будет. В составе Ташкент Селект удален Шахриор Муминов, ну и теперь уже удаляется Ермук Эртинов. Кого-то там зовет Нурбул Танирберген, говорит, мы что, втроем будем играть? Еще один к нам на подмогу, сюда, быстро. И этим еще одним становится сейчас... Кто им становится? Таир Абишев. Еще один свисток. Как много сейчас вот их раздается у нас. Бросание. Проход вперед. С шайбой сейчас Азимов. Салахиддин назад. Через Попова. Попов. Снова Илья за воротами. Ну вот, есть Касьянов. Может, через него. Нет, Попов пока не так через Ганиева решает. Здесь взмывает шайба вверх. Ну, отскок. И здесь на тоненького. Да, хорошая передача на Азимова. Салахиддин, перевод на вершину, бросок Ганиева, снова мимо. Ну что такое? Что такое не везет и как с этим бороться, да? Такой вопрос сейчас стоит на повестке дня у команды Ташкент Селект. Ну и контратака может получиться сейчас, если Таир Абишов убежит. Но он не убегает, и уже
шайба. И узбекистанская команда снова Попов докатывает здесь до синей линии. Врезается в Ильина. Далее Касьянов. Касьянов взял шайбу под свое крыло. Дальше бросок. Спокойно. Владимир Ким. Ему уже Неязов приезжает. Говорит, ну, дружище, у меня сегодня день рождения. Ну, хотя бы одну-то. Ну, Ким говорит, прости, брат, у меня такая работа. День рождения у тебя или нет? Но не могу, прости, нельзя. Да, ну вот сейчас выиграно вбрасывание и снова Кейсар. Дин Мухаммед, Джейсанбай. Шайбу сохраняет. Пошла борьба у Порта. И вот теперь контратака. Ну в одиночку. И что, Димаш сможет? Нет, не получится. Потому что, ну опять же, игроки соперника тоже тут не лыком шиты. Возвращаются они. Бросок поворотом, не точно. Сохранен контроль над шайбой. Попытка в ближний, ну здесь-то. Да и здесь они не забрасывают. Ну вот. Что ж такое-то. И вот передача на Каиртинова, который вышел сейчас из скамейки штрафников. Такая своевременная, правильная. И уже КСР тут химию чертит у чужих ворот. Уже их попытка была. Ну и далее. Сохраняют, сохраняют шайбу ташкентцы. Потеря, контратака. Никита Ли. Никита. Никита. Становился в лучшей позиции. Залепил, вышел ворот. Никита Ли. Дальше перевод через Дин Мухаммед. Джейсанбай снова. Наброс Димаша от синей линии. Идут, идут такие бросочки. Ну и конечно, мы говорили о том, что Кейсар некоторых игроков потерял на этот сезон. Нет в составе сейчас Марата Айбар. А так, там кто-то травму получил. Вот это вот, вот только этого не хватает ко всем вот тем моментам, которые у Кейсара есть. Еще и чтобы тут кто-то травму получал. Ну и всей команды, конечно же, бросаются тут на подмогу своему партнеру, игроки Кейсара. Да. Нехорошо все это. Нехорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, так, не знаю, сумеем ли мы дать повтор того самого эпизода и посмотреть. Нет, не сумеем, да, у нас замена вратаря тем временем происходит у команды Ташкент Селект. В игру вступает Егор Просвирин, меняя Александра Ан. Пауза у нас в игре нависает. Пожелаем, конечно же, здоровья игроку Кейсара. Игровой эпизод, но тем не менее, от этого же никому не легче. Готовы продолжать. Шестером уходит козлординцы на лед. Валеев на точке, Джейсанбай, Абишев, все здесь, все здесь, и поехали дальше. Почти 9 минут еще играть во втором отрезке сегодняшнего матча. Бегут вперед хоккеисты команды Ташкент Селект, и здесь
и Марузон Тажибоев. Пошел прессинговать, Тайрабишев снова с шайбой. Перевод, ой-ой-ой, перехват хороший сейчас, но развития атаки нет. Зато есть контратака, и она уже от козлардинцев, Валеев. Ну, можно было бы и поближе пройти, ну да ладно, бросок есть. Просвирен, первое вступление в игру от Егора. Дальше еще момент, еще бросок, и Просвирен вновь в деле. Неудобно руки по его воротам бросали. Есть Кайсара, но и не сплоховал Егор Просвирен. Смена составов. На точке Ратмир Валеев. Остается бросание за Кайсаром. Вот здесь они в зоне пытаются закрепиться. Никита Лина, вершину, бросок поворота. И снова Егор Просвирен хорош. Да, не был бросок по его воротам, но и справляется вратарь. Очередное бросование. Ну и сейчас Данил Касьянов. Он держит шайбу за ворота. Диагональ. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот такие подарки, конечно, сопернику давать крайне нежелательно. Мухаммед Йорганиев набирает скорость. Дьорн, здесь потеря. Дальше пытается Ильин прокинуть шайбу. Не получится. 2 в 1. Ну вот здесь. Прокинь шайбу дальше. Дай ее на пятак. Там Бахадиров один. Но нет. Не получилось. О! Красиво Ильин сейчас на пути шайбы стоят. Бахадиров. Да и здесь они не забивают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что, какие еще моменты нужны ташкентцам, чтобы забить, а? Может, болельщики из Ташкента подскажут, потому что они не знают. Ну, просто какой-то старик Хатабыч там за воротами Владимира Ким сегодня. То сам Ким чудеса творит, то вот фактор везения. Я не знаю, моментов у ташкентцев уже гол на 3-то было. Еще один проход. Ганиев, Ганиев, Ганиев далеко от себя. Снова Мухамедьор. Пас назад. Здесь уже Мухаммадали Бахадиров. И Касьянов. Ну что, заряжать. Заряжает Касьянов. Ким выкатывается. Это бросок. Снова реагирует. Хатабыча давай. На растерзание ташкентским болельщикам. Так, ну и снова вбрасывание. Ну и здорово, что с этого сезона в Ташкенте возобновился профессиональный хоккей. Команда Хумо выступает в чемпионате Казахстана. Сегодня, кстати, в Хумо игра, да? В Караганде с Сыраркой. Ну, а пока Нурбола на площадке не видно. Мы вот все высматриваем его. Я вот тоже этим занят, но пока не вижу его на площадке, к сожалению. Если еще и при 9 полевых еще один выпадет. 8 полевых игроков. Я уж не знаю. Это, помните, одна из серий, ну, сериал «Молодежка», если кто смотрел. Один из любимых вообще моих сериалов. Там был эпизод, когда у них автобус по пути сломался якобы. А им нужно на игру, они там одной пятеркой поехали. Тренер им сказал, никогда не думал, что буду вам это говорить, но тяните время максимально, чтобы успели остальные подъехать. Они там на такси, по-моему, добирались кое-как. Ну, в общем, здесь тоже мало людей. Тайрабишев вышел. Нам нельзя терять, что надо будет. Ну да. Как твое состояние, Влад? Что говорят врачи, когда можно будет
тебе уже приступать к активным действиям. На втором туре сможем тебя увидеть? Какие прогнозы вообще? Ну а тем временем Мухит Серик мчит к чужим воротам, прокидывает шайбу мимо соперника. Там Бехруз Бахадиров был. И снова активно. Еще одна диагональ. Ермирка Эртина. Вход в зону. Бросок на этом выше. Да, ну надо Улан тогда игроков-то находить вам в составчик, чтобы побольше народу было. Картинов. Еще одна попытка туда, в чужую зону. На, тяжело, конечно, вот так вот наблюдать со стороны за играми своих товарищей. Это очень, с одной стороны, волнительный процесс, с другой стороны, очень и очень тянет на лед. Ратмир Валеев, ну красиво. Бехруза Бахадирова обыгрывает. Еще одна передача за ворота. Пошли тут кружева. Снова закругление. Снова здесь пытаются уйти из-под опеки, но не получается. Лис, шайба и Никита. Никита! Никита ставит корпус. Передача в центр. Бросок по воротам. Выше. Вот так. Ну и у нас как-то вот стартовали мы достаточно быстро в этом периоде. Там две заброшенные шайбы, все дела, ну а потом уже все. Потом голов мы с вами уже не видим. Ну и пока Ташкент Селект. Нет голов, хотя заслужили-то уже, ребят. Заслужили. Ну сегодня что-то с реализацией, что-то сломалось. Так, очередное выигранное вбрасывание. Мухит Серик. Слахинин Азимов пошел прессинговать здесь. Ильина. Дальше неплохо. Неплохо вышли козлординцы. Бросок поворотом. Просвирен. Вот уж кто тоже в эту игру вступил красиво, уверенно. И Просвирен пока свои ворота держит на замке. Еще один бросок по его воротам. Валеев на точку. Здесь единоборство за Ташкент Селект. Еще один пас. Перевод. Контратака. Ганиев. Мухамедьор. Ну-ка. Здесь тоже не получается. Просвирен бетон, говорят нам болельщики команды Ташкент Селект. Наброс на чужие ворота. Здесь уже другой бетон, который козлординский вылавливает шайбу, ставит его на очередную паузу, и вбрасывание будет в зоне Владимира Ки. Не так много времени до конца второго отрезка. И на точке вбрасывания Илья Попов. Попов, Бахадиров, здесь же Азимов. Ну и точка вбрасывания сейчас за КСА. Просто, ну, тут еще надо ловить все эти подборы. Шальный надскок. Выход на оперативный простор. Попов. Попов продолжает шайбу сохранять. Сохраняет ее уверенно. Через Азимова. Салахидин дальше. Еще один возврат. Еще один. Ну и Кайсар спокойно уже держится в обороне. Здесь в контратак получится ли убежать. Я, честно говоря, не знаю. Все блокировано, линия синяя закрыта, и пошел вперед Григорий Ганиев, передача на Азимова. Азимов включает ноги, докатывает до синей, и это вне игры. Да, ну по-прежнему нет Нурбула Танирберген на площадке, все так, каждую смену я его высматриваю. На точку. Это единоборство выиграно. Вброс команды Ташкент Селект туда подальше, но Диман Джейсанбай будет первым. Сохраняется здесь контроль за шайбой у
Ташкентцев, перевод, и вот отсюда бросает уже Амир Ниязов, на месте снова Владимир Ким, но атака-то не завершена, можно ее до логического завершения доводить, снова момент, нет, выброшена шайба, ходит она из зоны, и тут уже Тимур Камалов откатывает назад. Некуда не деваться в этой ситуации. Полторы минуты до завершения периода. 5-0. Кызылординский КСР. В первом периоде забросили 3 шайбы. Во втором периоде 2 шайбы. Вот так. Вот сейчас снова идет шайба по закруглению. И вот момент может у селектов получиться. 2 в 2 идет атака. Но сейчас уже не будет это контратакой. Командир Жураев был шайбой. Ну, Камалов. Ну вот, ну вот как, да, вот как, не везет сегодня. По шайбе не попал, просто из убойной дистанции, я уж так аж замер, думаю, ну сейчас Камалов даст. Нет, не получилось. Но тем временем неплохой контроль шайбы от Владислава Ермолова и бросок по воротам, нет, Жураев опять, да. 10 или 19 номер. Вот сейчас бегут хоккеисты вперед кызылординского КСРа. Никитуни в зону не отпускают. Дальше передача. Вход в зону. И Хуснурин. Ну и здесь уже Апишев будет первым на этой шайбе. Далее Валеев. Валеев взял шайбу под свой контроль. Затащил ее в зону соперника. Да, да, да. Данил Бергена даже на скамейке нет. 8 полевых остается у КСРа. Да, совсем уж беда настигла эту команду Димажа Исанбай. Бросок, но уже звучит сирена. У нас завершен второй период сегодняшнего матча. 0-5, отправляемся на второй период.
Итак, возвращаемся мы с вами в Шымкент. Третий период матча между командами Ташкент Селект и КСР. И тут же Селект бросается в атаку. Еще один бросок по воротам Владимира Кимича на первых секундах. И появился на площадке Нурбол Владимир Берген. И что, конечно же, радует. Без того усеченный состав КСР не должен терпеть потери. Удаление будет у Кайсара сейчас. В большинстве Ташкент Селект поиграет. Да. За подножку. Завтра Ташкент Селект играет с командой Бий-Барыс. Ранним утром в 9 утра. Ну а представители Кайсара сразятся с Торнадо, с лидерами турнирной таблицы. Шымкентский коллектив — единственная команда на этом турнире, которая еще пока горечи поражений не познал в первом туре. Так что соперник завтра у кызылординцев очень даже непростой. Начало этого матча запланировано на 16 часов 30 минут. Еще одно столкновение. Но эта встреча, она пройдет без нас, поэтому это заключительный период на этом туре с нашим участием для команды КСР. Ну а с командой Ташкент Селект мы встретимся завтра, также в 9.00. Ну а сейчас Азимов. Бросок сразу же Салахидзина, но принимает он на себя игроки КСР. Идет вперед Салахидзин Азимов. Проходит вперед. Стискивает Исанбай. И уже его выводится. Да, ну здесь вот, довольно спокойно пока КСР действует. Довольно спокойно в этом меньшинстве. Проход вперед. Жураев, оставление. Здесь Ниязов, низом бросок. И да, я уже не знаю, что Ташкенту надо для того, чтобы забросить сегодня. Чего уж так не придумывали, да? Ну и снова не везет. Так, выиграно вбрасывание игроками из Ташкента. Магдан Халевин. Сейчас подхватывает бросок по воротам. На месте сейчас Владимир Ким. Одно вбрасывание. И на точке Ермолов сейчас был. Владислав постарался шайбу оставить в зоне соперника, но выходит она далеко к воротам Егора Просвирина. Так, еще один проход вперед. Жураев. Держит шайбу Муранбек. Снова пас, снова борьба. Тренер Берген выбрасывает шайбу и уходит она в угол площадки. Сейчас здесь длинная передача вперед. К сожалению, тут у нас сигнал теряется из Шымкента. Мы немножечко подвисли. Мы же отвиснем, да? Ну, здоровья хочется пожелать и интернету там, в Ледовом дворце спорта города Шымкент. Пока что... Так, ну вот вроде бы появился интернет, да, нормально.
Ну, похоже, что помехи-то как раз не там, а помехи у нас. В эфире. Может, гол, спрашивает Полинич. Может, гол? Ну, может, нет, не может. Снова не идет все в ворота. Как тут уже ташкентцы не старались-то, а? Еще одно нарушение правил. Ким разводит руки в сторону. Здесь каким-то вообще дело. Но мы уже поиграли в меньшинстве, но... Ну, сейчас-то зачем? Надо. Надо. Потому что там было. Ну и посмотрим, как там дальше. Как там дальше? Чего там дальше? И найдут ли ташкентцы свой шанс на гол? Давайте с этого начнем. Бросок. Снова Владимир Ким. Снова. Снова он хорош. Уже и так, и сяк пытаются игроки Ташкент Селект поразить ворот соперника, но не получается. Перевод. Бросок Ганиева. Ну, нет смысла говорить о том, что Владимир Ким ловит шайбу. Снова ее забирает себе. Ну и у нас сегодня заключительный матч. Это заключительный матч. Это матч между Актобе и командой Кулаги. Такое вот противостояние. Ну и в случае победы сегодня КСР взлетает на две строчки вверх в турнирной таблице. А вот ташкентцы свои позиции потеряют. Ну, потому что большая плотность, стоит проиграть одну игру, и ты уже можешь опуститься ниже. Ну и КСР, надо сказать, сегодня пока вот по всей той игре, которая демонстрирует, заслуживает победу. Передача на вершину, сохраняет шайбу Ганиев. Через Салахидина Азимова строится эта атака. Азимов разворачивается. Ну, надо только находить продолжение какое-то. Вот так вот выводится шайба. Достается сейчас она Касьянову. Касьянов через Ганиева. Ганиев назад. Пошли круги рисовать. Проход Ганиев. Ну и выбрасывает. Тут уже Димаш Джайсанбай. В общем-то, действуя довольно спокойно и практично. Мухаммед молодец в этой ситуации. Еще раз выбросили шайбу. Ну вот так вот потихоньку съедает это меньшинство игроки КСР. Довольно-таки спокойно они это делают. Через 3 секунды появится на площадке Арсений Ильин. И можно будет уже говорить о том, что очередное большинство не реализовано. А оно не реализовано, потому что уже Арсений Ильин там, в районе чужого пятака. Владимир Железобетонный пишет. Ладно. Да, да, сегодня прям вообще не знаешь, как к нему подобраться, какие ключики, какие пути найти. При том, что и Марк Валеев, да, тоже, Марк Киреев-то тоже вратарь приличный, у КСР вот на последнем рубеже обороны проблем нет. Еще один момент, бросок поворота, но так сходит шайба с крюка клюшки и легкой добычей Егора Просвирина становится. 6 минут со старта мы уже с вами отыграли. 5-0. Ястор Торнадо, Улан Здоровье. Вот так вот. Ну и кисты Торнадо пишут слова поддержки Улану Аблаким. Даже вот соперники. Соперники только на льду, в жизни все мы. Люди, все друзья, все человеки, как говорится. Так, еще один проход вперед. Здесь не пустят. И начинает атаку своей командой Шахриор
Муминов сейчас, далее Бахадиров, Бехруз теряет шайбу, и начинается здесь борьба, передача в район тяжелого пятака, снова отскок Черней. Хорошо, Черней, бросок по воротам, выше. Здесь продолжается борьба, активная. Не получается, и тут уже в контратаку Ташкент Селект уйдет. Уснули, пошел посинговать соперника, но ничего из этого не выходит. А вот теперь Селект, ну-ка, бросок мимо. Ведь иногда и есть, да, такие игры, когда стоит забросить одну, а дальше пойдет. Но вот, чтобы понять, относится ли это к этой игре, нужно забрасывать игрокам Ташкент Селект на сегодня. Сегодня им пока никак не удается взломать оборону соперника, никак не удается переиграть Владимира Ким. Хотя, повторюсь, моментов более чем достаточно. Еще один проход вперед, под контролем шайба. Разворачивается сейчас дерби Кусанбоев. Ну и дальше уже Черник. Нурберген. Следует потеря, здесь Касьянов, и передача прямо в середину, дальше пошел накручивать соперника Никита Ли. Пас в середину. Ну и Димаш Джейсонбай на страже. Азимов здесь, Азимов играет. Вот он с шайбой Салахиддин. Назад откатывает и затем уже прямо по направлению к чужим воротам идет Азимов! Что ж такое-то? Вот это просто фантастика. Азимов тут уже всех накрутил, бросает в дальнюю и не попадает. Еще один проход вперед. Это уже Бахадиров, Мухаммадали. Его попытка отдать передачу. Бахадиров за воротами. Еще один пас. Бросок по воротам. Не точно. Ведь стараются. Ну вот кто обвинит Ташкент Селект в отсутствии желания, самоотдачи. Ну бьются парни до последнего. Ну и контратака. Димаш Джейсонбай вперед. Выход один на один. И это гол. И это шестая заброшенная шайба команды КСР в этом поединке. Вот так вот. Атаковали одни, а забросили-то другие. Смотрим повтор. Давайте посмотрим. Длинная передача от Димаша Джейсонбай. Ну и здесь, конечно же, роскошная реализация. Ну и убежал. Давайте еще раз смотреть, как это было. Джейсонбай дает передачу. А момент-то как реализован? А кто автор заброшенные шайбы? Я вот сейчас буду смотреть. По-моему, Никита Ли, да, опять отличился. Мне показалось, что Никита убежал. Там единичку на спине было видно. Но с единичкой на спине только Черней, да. Никита Ли. Так, еще один проход здесь опасно может быть. Передача в районе тяжелого пятака. Вывели шайбу, пробросились кейсаровцы. Привычно для него со своими партнерами разговаривает, общается.
Ну, Никита Ли, да, как же он моменты свои щелкает, как орешки. Вот такие вот, когда выход 1-1 с вратарем. Еще одно удаление. Команда Ташкент Селект сейчас будет. Да, согласен, волшебники. Крисаровцы молотят, конечно. Там первое звено и четыре человека. Вот и весь состав, ну и пара вратарей. Арсений Ильин, бросок поворотом в ближнем, на Абишев, перевод. Ну и такая попытка броска, да, была. Снова отскок. Джейсонбай, длинная передача вперед. Валеев. Перевод хороший. Контроль, 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 контроль. Абишев. Волчары еще те, ну да. Не зря степный волк, да, что называется. 8 минут еще играть команда. И в этом матче я напомню, что у нас для нас это заключительная игра КСРом в первом туре. Мне хочется еще раз поблагодарить всех болельщиков КСРа за возможность и за такой вот интересный опыт прокомментировать этот турнир. Крисар был в числе тех, кто действительно желал видеть нас в эфирах своих трансляций. Вот за это и спасибо. Меня зовут Павел Самойла, и мне помогает Артур Малинин. Для вас вот этот вот турнир мы и комментируем. Для Крисара и для всех остальных команд в том числе. Но так сложилось, что завтра последний урок мы не сумеем с вами посмотреть. Мы желаем удачи и хорошей игры. КСРу матч против Торнадо. Проход вперед. Вход в зону. Еще один. Но сейчас. Нет. На паузе. А там на пятак отдать некому. Ганиев. Его бросок сейчас точный. Борьба, передача. Вот тут может интересно получиться. Бросок и гол. Ну, наконец-то. Наконец-то. Они это сделали. Они наконец-то забросили шайбу в ворот соперника. Ташкент Селект. 6-1. Жаждем повтора этой игровой комбинации. Азимов, Бахадирова и Мухаммадали. Бахадиров с передачи Салахидина Азимова делает счет 6-1. Ну, наконец-то. Вот, конечно, Ивова Ким сегодня поработал так, что заслужил сухарь. Но и в то же время тут, ну, ташкентцы команды-то давно наиграли. Давно наиграли на этот гол, и тут уж греха не стоит, что называется. Тут и чернее будет в атаку. И надо отметить, что мы еще и во втором периоде должны были отличаться. Ташкентцы отличились сейчас, когда уже так потихонечку у нас близится. Гол престижа, да. Не, ну молодцы ташкентцы, рук-то не опустили, бились до последнего. Комментатор вы знаете, Юрий Тимура и Шахнура Сапразинала. Да откуда же мне знать 17 и 9 номеров КСРа? Я всего лишь второй год комментирую, с чего бы я их знал. Так, вот передача, бросок поворотом и просвирен на месте. Реагирует он сейчас на этот бросок. Дальше Каиртинов и его подключение к
тут же вход в зону. И паст в район чужого пятака. Здесь Тимда крутит ключечку аккуратно. Ну и завелись ташкентцы. Хотят еще. Пришел аппетит во время еды. Ну а как иначе? Тимур Камалов вперед побежал. Здесь теряет он ключку. Уже без орудия труда продолжает бороться. Здесь у борта, сохраняя шайбу. Нет, выйти не получится. И вот сейчас контратака. Мухит Серик попытался обыграть соперника. Здесь снова контроль. Но был Танир Берген, с которым все в порядке. Это, конечно, не может не радовать. Еще один проход. Валеев. Снова диагональный перевод. Зинаф. Начинает Азимов движение в зону соперника. Не то, что начинает, а он уже там. Он уже в этой самой зоне. Снова здесь попытка отдать передачу. Контроль над шайбой сохранен. А Бишов неплохо. Еще одна передача. И вот тут такая уже вязкая борьба пошла. Борьба за воротами. Нурбултамирберген пытался там за ворот закрутить. Не получилось. Здесь уже ташкентцы мимо шайбы пролетают. Ганиев. Паса Бахадирова назад. Своему партнеру Бахадиров. С шайбой перевод в середину. Джейсон Бай. Вот здесь Азимов на пятак, бросок и вторая шайба. Вот так. Я говорил, нужно было раньше забрасывать. Нужно было раньше это делать. 6-2. 6-2. Ташкент Селект дуплетом выстреливает. И вот так вот. Давайте смотреть, как это было. Вот перепасовка. Хороший контроль. Отскок. Илья отдает передачу, думая, что Джейсон Май там будет рядом, но не получилось. И опять Азимов отдает, Бахадиров забивает. Мухаммадали Бахадиров дубль в этой встрече. И остается играть 3.25. И там тайм-аут, кстати, берет тренер Каисары. Чувствуя, да, такой определенный запах жареного, но 4 шайбы слишком большое отставание, конечно, с учетом того времени. Ура, еще 4, пишет болельщик. Ташкент Селект. Все бы ничего, доиграть осталось 3.25. Не так уж много времени. Абишев на точке вбрасывания. Выигрывает это единоборство. Здесь Бахадиров. Ну и, конечно, Сергей Давыдов успокаивает свою команду в этом тайм-ауте. Просит своих подопечных спокойно доиграть концовку этого матча. Ну а Селекты бегут. Бегут еще в одну атаку. Передача. Азимов наверх. Ганиев. Бросок. Ким. 4.49. Ну, насчет добычи, ну, да, не так много времени остается. Они сегодня молодцы, сами поиграли, и соперники, да. Гонячки называется. Так, здесь Азимов, перевод. Следующий Гониев оттуда и бросает, ну, выше бросает. И здесь продолжение всего этого контроля. Пас наверх, здесь возврат. И все. И, собственно, все. Шайба выводится на проброс.
КСР уже так старается спокойно закончить это противостояние. Ну и так затягивается концовка у нас. Гол, тайм-аут, проброс. Сейчас Владислав Ермолов на точке вбрасывания. Есть это единоборство, но так слишком далековато. Выходит шайба. Ниязов. Амир Ниязов. Аккуратно. Вперед. Здесь отскакивает шайба. Рапишев. Первый будет на шайбе. Вновь включается. Здесь вся борьба. И переход на... Тут нет, успевает Валеев, ставит корпус. Еще один назад, здесь столкновение, но обоюдное, скажем так. Ильин, падение здесь, Арсения, ну-ка, вот тут Камалов, ну, здорово, там борьба есть, тут ты что такое? Арбитр тут будет удалять грубость, две. Кто-то там кому-то нагрубил, и ташкент себе в большинстве в конце этой игры проиграет. Выиграно вбрасывание игроками КСРа. Степные волки подальше. Ну что, кызылординцы, поздравляем с победой, поздравляем, и возвышается он сразу на 2 пункта КСР по турнирной таблице. Завтра игра с Торнадо, команда Ташкент Селект не унывать, они тоже молодчики, сегодня бились, старались, но соперник больше моментов реализовал, еще одно удаление у КСРа сейчас будет. Поднято вверх рука арбитра, поставили чужого пятака, ну и здесь еще одна пауза. Одна минута ровно. Поподробнее про турнирную таблицу. Хорошо, давайте еще раз. Я в начале репортажа о ней уже говорил. Сейчас Торнадо на первом месте, 6 игр, 6 побед. Вторая строчка за ХК Астана, у них 15 набранных баллов после 6 игр. И вот теперь КСР, обыграв тайм-аут, да, берет здесь Ташкент Селект, интересно. Так, КСР, обыграв Ташкент Селект, превосходит своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице и отправляется на 5-ю строчку. Вот так вот. Ну а Ташкент Селект, в свою очередь, опустится сейчас на 6-й. Вот они, болельщики шымкентские, которые пришли посмотреть на этот матч. Наблюдают за последней минутой. Ну а так в целом я бы отметил, что вот всю подробную статистику по данному турниру вы сможете найти на сайте icehockey.kz. Заходите в раздел «Детский хоккей», «Статистика», и там уже выбираете нужный вам год рождения, нужный вам турнир, и смотрите за статистикой как личной, так и командной. Ну а тем временем здесь контроль. 5 на 3 пытаются ташкентцы реализовать. Бросок не точно. Да, Хатапыч так и не пришел сегодня к ташкентцам. И длинная передача. Тут еще Никита Ли не обыграет соперника Никита. Остается шайбой. Действует Ташкент Селект. И все. На этом все. Игра наша завершена. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что были с нами. КСР с победой. Селект, не унывать. Все впереди. До скорых встреч на хоккее, дорогие друзья. Пока-пока.